Сергей Емелин – металлург в третьем поколении. Династию начала его бабушка Татьяна Васильевна, много лет проработавшая в Центральной заводской лаборатории. Отец нашего героя Виталий Геннадьевич уже долгие годы трудится термистом в листопрокатном цехе номер 2. А 3 года назад с металлургическим комбинатом АО «ArcelorMittal Темиртау» связал свою жизнь и сам Сергей. Устроился машинистом в кислородный цех. Наш участок непосредственно, куда я пришел работать машинистом, достаточно интересная область, то есть это разделение воздуха на продукты, разделение воздуха, то есть это все интересно, криогенная промышленность, это очень необычно, например, там увидеть жидкий кислород, либо жидкий азот, жидкий воздух, ну, первый раз столкнулся с такими понятиями, был удивлен, мне понравилось, все это очень заинтересовало. Отработав год, Сергея перевели на должность мастера участка воздухоразделения. Теперь в его обязанности входит контроль за ведением технологического процесса и своевременная подача продуктов разделения воздуха на нужды производства. Добиться карьерного роста Сергею помог наставник, аппаратчик воздухоразделения Николай Бабок. В нашем непростом производстве, таком очень сложном и многогранном, он научил самому главному думать во время работы, и порой приходится принимать такие нестандартные решения. В общем, не всегда можно следовать инструкции, не все в ней прописано, не все в ней предусмотрено. Свободное от работы время Сергей занимается саморазвитием, читает промышленную литературу и книги по философии.